Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Близина. Здравствуйте. Кировчане стали чаще брать кредиты. Об этом сообщает Кировское отделение Волговятского управления Банка России. За первый квартал этого года банки выдали кредитов на общую сумму 23 миллиарда рублей. Рост за год 13%. Объемы кредитования юридических лиц выросли на 10%, физических на 16%. Кредитный портфель региональных заемщиков оценивается сейчас в 128 миллиардов рублей. Вкладывать в банки кировчане тоже стали больше. За год показатель вырос на 17% и достиг 144,5 миллиардов рублей. Здесь больший вклад предприятий. Они в полтора раза увеличили депозиты. Объем вкладов граждан вырос на 13%. Программа «Экономика». Прокуратура помогает бизнесу получить деньги по госконтрактам. Об этом говорилось на заседании коллегии прокуратуры Кировской области по вопросу о защите прав предпринимателей. Благодаря участию надзорного органа и иным условиям, общий объем задолженности по муниципальным контрактам с начала года снизился с 74 до 62 миллионов рублей. А по контрактам с областными органами власти долг погашен почти полностью, выплачено 250 миллионов. Экономика на 101 FM. Кировский промышленный кластер зарегистрируют и до конца года. Развитие промышленного потенциала региона власти обсудили на совещании с участием представителей Евразийской экономической комиссии и Минпромторга России на площадке предприятия «Нанолек». Оно станет ядром кластера. Зарегистрировать структуру в Минпромторге планируется до конца этого года. Кластер должен обеспечить федеральное финансирование местным проектам, также кооперацию предприятий внутри региона и способствовать импортозамещению и привлечению инвесторов. В завершение о валютах. Доллар на сегодня 56,76, курс евро 63 рубля 67 копеек. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.